Здорово всем, ребят! Сегодня у нас на обзоре бой на Тайпе 71 на японском самураичи. 10 уровень тяжелый танк, да, ветки нации Японии. А в режим у нас будет Big Boss. Посмотрим, что нам покажет. И сразу начинает игрок с бомбардира. Ну, посмотрим. Сам-то он не босс. Ну да ладно, посмотрим, что здесь наколоть. Это босс у нас ВЗшка, тоже хорошо, в принципе. Пока разъезд, ребят, поблагодарю всех за подписку, лайки, комментарии, за активность на канале, за то, что присылаете свои бои и, конечно же, присутствуете на стримах. Кто этого еще не делает, это фатальная ошибка, нужно исправлять. А всего лишь для этого нужно подписаться, поставить лайк, комментировать, присылать свои бои и приходить на стримы. Вот и все. Малость, но мне приятно. Ну что, сразу через центр и босс в противника команде Е-75-й. Ну, это уверенный босс должен быть. И давай, давай, бомбардирыч, а ну покажи. Есть. Ну так... Есть, хорошо. Ай, как хорошо. 11-ка урона. 11-ка урона и 3 фрага. Пушка. Что я могу сказать? Просто супер. Вот это им на моща. Блин, самому теперь хочется зайти и так, чтобы меня бомбардиром подкинуло. Да как зафигарится вот так вот. А, куда это ты, ВЗшечка? Ага, ага, собрался, собрался. Тыляк какой. Блин. Ну да ладно, там тоже был бомбардир ВЗшечка. Ну ничего, теперь у нас гравитационная ловушка. Ну, 11,5 тысяч урона уже есть. И счет 26-22 пока в нашу пользу. А ВЗ-шек тут прячется или нет? Интересно. Опа. Да не, маус, наверное, тяжеловат для ловушки. Его ни одна гравитация, наверное, не поднимет. Опа, хорошо, как минусом. Босс бачата завалил сразу. Так, давай, Шеридан, отваливай. Наш боец вырывается. Есть. Сейчас 5 секундочек и сюда гравитейшн накинуть. Чтоб чуточек подтянуло бойцов. Угу, угу, угу. О! Есть, понесло, потянуло. Ой, как хорошо. Жалко, босса не подтянуло. Что это было? Такое не пробил, да, походу? Ну да ладно. Боссу парант именно по-любому хочет нашего бойца. Вот, по-любому. Ай, как хорошо. А! Есто на своих делах. Ему не сейчас, не до нашего бойца. Ему надо там что-то. Может, молоко сбежало. Или кого. Или кента встретил, может, побежал здороваться. Так, а что мы тут уже? 14,5 тысяч урона. Есто, кстати, уже все. Отвалил. Ну ничего, босс пока еще держится. Рикошет. Эти рикошет. А, еще и Эмилька подхиливает, да, чуть-чуть? Попадает? Да, попадает, достает. Опа, еще и черная дыра. На тебе, в ответочку. Все правильно, так и надо, есть. Ну, Type 71 тоже хорошо, я смотрю, для этого режима. Довольно-таки есть бомбардир, ну что? Ща наш игрок покажет, как надо на бомбардире играть. Ага, тут у нас стоялово какое-то невероятное, конечно. Ну, каждый выбирает свой метод игры, ну, вариант, конечно, это такой себе. Зато вот боец рвет сразу вперед. Сатенчика надо сейчас. Есть, пошел. Пацаны, погодите, шнурки развязали. Этот лошадь даже гуслю не снял. Ты что, ты изоленту достал? Мы уже это не починим. Жаль, не все так хорошо оказалось, как задумывалось. И счет-то 17-16, блин. Наши начинают сливаться, а те ребятки подтягиваться. 17-15. 18150 уже урона у нашего бойца. Ну, блин, босс на такой тачке, блин, и, ну, нифига не делает. Сидит почти на базе. Такие себе, конечно. Союзники, это ни о чем.
Ух, сколько тут шотненьких, и босс уже шотный. Ну. ВЗшка вообще на мосту. Ну, маус пока никуда не едет. О, хороший выстрел был. Ну, по крайней мере, счет 16-6 уже в нашу пользу. Это уже хорошо. Хоть что-то должно быть радовать, вернее, здесь. С такой-то и игрой союзников. Ну, пока. Опять-таки, торопиться вот это с выводами, это... Надо отучиться от этой фигни, потому что... Союзники — это понятие, конечно, вообще шикарно. Ой, как мауса хорошо притянуло. И всем все равно. Все куда-то поехали упарываться непонятно куда. Свои дела, походу. Пиху. Ой, как закружился. Ого. Хоть бы не подтошнило в такой... О, норм... Опа! А вот это хорошо так под мельницу-то закинуло. Хорошо, теперь чтоб не скинуло, будет вообще супер отсюда настреливать. Да? Есть, босяка пошел. Блин. Вот, то, что я говорил, да? 16-6 был счет, уже 8-4. Уже 8-4. Союзники могут, это могут по полной программе. Блин. Даже не могут, а могут именно. По-другому не скажешь. Ага, хотят вытянуть нашего бойца отсюда. Не-не-не, тут уже мельница не отпустит. Уже мельница все не отпустит. Кушайте, не обляпайтесь. Есть, вот так вот. Давай, 20 400 урона. 20 400. Блин, как повис на боку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И Е100 целится уже. Е100 не пробил. Это интересно. 6-1. Да давайте уже завалите одного, чтобы выиграть. Нифига себе. Ну если бы еще на мельницу закинул, это было вообще супер. Но нет. И добили. И победа. Вот это хорошо. Это прям успели. Нормально. Да, тяжеловато, конечно, было. Ну да ладно. Факт того, что победа. 20 742 урона. Четверо уничтожены. 4000 почти заблокированных. Бой классный. Ставьте лайки, комментируйте, кому понравилось. Кто подписан, от души огромное спасибо. Кто нет, это фатальная ошибка, ребята. Исправляйте. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и присылайте свои бои. Всем спасибо. Пока.